вообще я помню это время, когда появился в нашей тройке театр «Смешанный Петок», это была какая-то сенсация. В нашем городке есть театр, не просто театр, а болгарский театр. На сцене говорят на болгарском языке. Большая проблема была в материале, в драматургическом материале. И не знаю, как Иван Иванович, как он умудрялся находить пьесы для своих спектаклей. Но первое десятилетие театр держался. Держался. Были фестивали, были награды. А потом появился такой человек, такая личность, как Петко Апостолов, профессиональный актер Сливенского драматического театра, который вывел уже на другой качественный уровень наш театр. Много чего было, были награды, были и провалы, не без этого, были и пустые залы. Но мы уже, слава богу, наработали свою публику, которая ждет с нетерпением каждый новый спектакль. Поэтому мы с уверенностью можем строить план на будущее. Лада, твой Шекспир великий и неустоявшийся Шекспир. Театр — это для меня как отдушина. Ты сюда приходишь, забываешь, выходишь на сцену, забываешь обо всех проблемах, которые у тебя существуют, и просто живешь этим мигом, этим моментом, и отдаешься на максимум в этих спектаклях, выходишь всякие роли. А то, чего ты не можешь воплотить в своей жизни, ты можешь воплотить на сцене. И это вот дает тебе какой-то новый этап в жизни. Театр будет жить, потому что есть молодые актеры, есть молодые таланты, которые проявляют себя на сцене, и будем, конечно же, поддерживать театр и увеличивать количество постановок и качество постановок. С каждым годом качество постановок становится все лучше и лучше, и театр выходит на новый уровень. Это всегда так, как ту Ладу Макари. Госпожа Христова Миколасовна, климати сердечен удар. Твой официант версии, аси помолик тогда доказывает. Сегодня на сегодняшнем спектакле я получил море эмоций, очень приятных эмоций. На самом деле, к большому сожалению, я редко хожу в театр. Хотелось бы это делать почаще после сегодняшнего просмотра. Все актеры сыграли просто блестяще. Я даже не ожидал, что так понравится и получу такие впечатления, эмоции. Будет потенциал в театре у нас потрясающий. В контексте проекта, который мы написали этнокультурного комплекса, туда в том числе входит и такая часть комплекса, как театр. Немаловажная роль ему оказана в развитии культурного наследия, в развитии культурного туристического маршрута города Таракли, в том числе и театр. На данном этапе, что касается этнокультурного комплекса, часть его уже реализуется, это вот реконструкция музея. Следующим этапом мы уже начнем развивать и реконструировать, и достраивать наш театр.